Домашняя томатная паста. Нам понадобится 5 килограмм томатов и 1 стакан воды. Чтобы томаты не подгорели, на дно кастрюли выливаем 1 стакан воды. Выкладываем туда нарезанные томаты. Ставим их на средний огонь и варим их около часа. Ну вот, наши томаты проварились. Теперь мы должны слить жидкость. Всю массу выкладываем в дуршлаг и оставляем, чтобы стекла вся жидкость. Дальше мы перекладываем томаты в блендер и измельчаем их. У нас получается пюре. Получившуюся массу мы протираем через сито. У нас в сито остаются семечки и кожура. Вот такая чистая масса у нас идет в кастрюлю. Кастрюлю снова ставим на медленный огонь и выпариваем, пока паста не загустеет, периодически помешиваем. Ну вот, у нас паста загустела, теперь мы раскладываем ее по стерильным горячим банкам и закрываем крышками. Банки мы перевернули, теперь их надо укутать и оставить до полного остывания. Из 5 килограмм томатов у меня получилось 6 баночек по 380 миллилитров. Эта паста хранится хорошо при комнатной температуре.